Вот Это вопрос. я вот сказал, все, заходите сразу, а вы не сразу зашли. А я ухожу на улицу, работаю. Забегать всегда, смотреть надо. Вы делайте быстро, потому что я не могу никак, разрываюсь. Поняли? Хорошо. Я вам сказал ответ, я все приготовил, вас нету. Я одеваюсь, пошел на улицу, а сам думаю, то ли пришла, то ли нет. Так, слушаю, пожалуйста. Да-да. Вы знаете, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, нормально. Все хорошо, я слушаю, говорите. При разговоре с вами первый раз вы упомянули такое, что если не слушаться мужа, то получишь, понесешь иго раб, то понесешь, то жена понесет свое иго. Меня этот вот, вот эти вот слова очень заинтересовали. Что значит жена понесет свое иго? Иго женщины. Что это такое? У каждого человека свой груз. Груз – это иго. Вот, допустим, если тебя заставляет одно поприще идти, Господь говорит, неси два. Допустим, римский солдат идет и несет. Ну, да, что-то, мы не знаем, груз какой-то. И увидел крестьянин на поле. Вот он – это иго, потому что завоеватели завоевали эту страну. Он имеет право пользоваться любым человеком. Он его подзывает, на него наложил и пошли. Вот сейчас, допустим, вы идете, едете на машине. Милиционер остановил. Вы говорите, я тороплюсь, детсад. Он говорит, а я тороплюсь, там преступление. 10 километров поселок. Я спешу туда. И ты должна завернуть и поехать. Иго, которое накладывает на нас Господь по должности. Если не обманывают нас. Иго женщины в том, что муж глава, и ты должна его слушаться. А он на тебя налагает определенное, зная то, что не полезно. Допустим, ты каждый день готова бегать к родственникам. К примеру, я говорю, я не знаю вас. И вот он поставил, без моего ведома, что больше к матери не ходила. Все. Это иго, ты томишься, тебе надо пойти, телефона нету. Никаких, муж тебе дороже теперь. Отставит человек отца и мать, отставит. Ты оставила, вышла замуж. Теперь для тебя муж. Главное. У мужа такое право дается от Бога, что если ты дала обет Богу, вот я не буду там что-то, ну, бывает там, не буду есть мясо там или что-то. Ну, а ты девушка была, вышла замуж, ты обязана ему сказать. Если он промолчал 3 дня, значит, ты должна выполнить. А он скажет, я отменяю. Я отменил, все. Ты не имеешь права отменять. Имеет право отменить только отец, не мать и муж. Это иго, которое они налагают на тебя. И он тебе что-то сказал, тебе не нравится. Бывает, женщина подозрительная. Ну, где-то увидела, говорит, к телеграфному столбу ревнует. Ну, нельзя так жить. Мне не раз вот приходит, что делать? Оказывается, ничего и не было. Я, говорит, сама надумала это. А он говорит, я тебе одной верен был. Как женились, ты за мной наблюдала? Я разве так делаю? А до дела доходит до развода. Ну, поговорили, она начала по-другому, говорится, мерить. Что это такое? Приватизировала мужа. Как только где-то идет по выставке, подошел спросить гида, а вот это вот что такое? Она сзади идет, увидела, ты с ней разговаривал, с ума сойти. Почему мусульманка ни одна нигде не ревнует? А потому что их 4 у него, не к кому ревновать. Они не ревнуют вообще, у них этого нету. Вот русский пришел к ней спросить ее, как она была, кем ты была. Да на базаре торговала там. Брала колбасу, да хлеб запекала и продавала этим продавцам. Ну, идет, говорит, один такой, не видно, не русский. Подошел, поговорили, тебя как звать? Наташа. Ну, вот такое дело. А как ты живешь? Да так вот, пьяница муж. А ты хочешь поехать к нам в гости-то? А куда? Она говорит, Турцию. Договорился, все, а муж, он дома-то не бывает, пьяный где-то валяется. А у нее сын 17-летний, она сына взяла. Мусульманский мир пополнится 2 человеками. Он говорит, ну а где муж-то? Она посмотрела, говорит, а по графику он, говорит, завтра придет. Говорит, вот шкаф, в шкафу его костюм висит, он придет. У него 4 жены, он обязан каждой равно. Не так, что с одной будет неделя, а с другой один раз в месяц. У них это закон не позволяет. Он одинаково разлюбил, не разлюбил, обязан к ней прийти ночевать. Это иго, которое наложили они. У нас, у христиан этого нету. У нас по-другому. Жена доучится в молчании, а учить жене, не позволяя не властвовать над мужем. Все. Это так сказал Господь через апостола Павла. Попробуй молчать. Не получится.
А она подошла к старцу и говорит, я не знаю, что делать. Говорит, ну прям муж, ну такая у нас неурядица идет. Он говорит, я тебе дам святой водички. Как только муж разойдется, что ли, ты сразу воды попей из бутылька-то и не выпускай изо рта. Она раз, а другой муж, она покипятился, а воду-то она не выплеснула. Она стоит, и все наладилось, святая вода помогла. Ну да, поняла теперь. Да, надо... И были такие моменты, что я не слушалась, и мне было интересно, неинтересно было, что такое значит иго. Я не послушалась, и я теперь думаю, может, какое я иго несу. Ну, смотрите. Я поняла, что у меня есть... Вот мы считаем 12 глава, 28 стих Евангелия от Матфея. Господь говорит, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и найдете покой душам вашим. Возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. И найдете покой душам вашим. Иго, которое Господь наложил заповедь, это иго, груз, который мы несем. Вот, допустим, сейчас начинает, я живу в России, вот правитель такой, там Путин, то другое, на демонстрацию там Навальный Алексей вывел. Я не могу этого ничего делать, мне не разрешает Господь. Он на меня наложил другое иго. И иго, молись за царя и за начальствующих. И я каждый день молюсь за Путина, за Медведева, за Дональда Трампа, за Рамзана Кадырова. Мы каждый день молимся за правителя. А он знает? Да он не знает. Мне не... Главное, я должен выполнить, что иго мое. На меня иго наложено Богом. Встать ночью и помолиться. А я только лег, гляжу, уже все, уже 2 часа прошло. А дальше уже не ложусь. Первый час ночи я уже за компьютером. А в 4:40 наши все встают уже на молитву утреннюю. Притом ни день, ни два, вся жизнь. Да, тяжело. И притом, и ты должен радоваться. Радость – это Бог дал мне иго, оно благо для меня. Мне легко это. Никакого труда нету, поминать. Вот он поехал за границу, там Путин. Мы усиленно молимся, сохрани его, Господи, чтобы покушения на него не было. А он там страну разграбил, страну жуликам отдал, олигархи. Он за это ответит. Я отвечаю за то, что у меня иго мое. Мое иго – молиться о нем. Меня Бог не заставил любить его, потому что он мне не враг. А если враг, тогда написано «любите врагов ваших». Если он меня даже не знает, просто молюсь. А если будет против меня что-то делать, я должен любить его. Вот иго какое. Я знаю, как не мстить, как молиться знаю. Но любить его все время надо себе корежить. Ну как его любить? Он паразит столько на меня лжи вылил. Он столько людям травли сделал, такие гадости говорил. Другое не дается. Женщине легче жить. Ей только одно – послушание мужу. Послушание. А мужу любить ее, какая бы она стерва ни была, шалава. Любить ее. Муж, любите жен ваших, как Христос возлюбил церковь. А ей не дано это любить. Если она любит, это хорошо. Ну, заповеди не дано. А быть послушание. И потом, если не так сделает что-то, муж сразу раз, ей замечание. Ты, Наташа, не так делаешь. А ему голова с Христос, а он голос Христа-то не слышит, он должен по Писанию догадываться. Ему намного труднее. Где он неправильно сделал? Где не так поступил? Вы маленько-то рассчитываете. Он с работы приходит или командировки был. А ты приходишь, какая пыль одна идет, встречаешь. Как тебе не стыдно? А 8, кажется, миллионов или 9 женщин у нас, которые никогда замуж не выйдут, мужиков не хватает. Никогда не выйдут. Никакого нет. Они твоего мужика двумя руками схватят. Так что замолкни, заглохни, чтобы его не слышно было. Ты сделай так, покажи, что, чтобы он понял, лучше тебя никого нет. Да, поняла. Спасибо большое, да. Огромное. Надо жить, ваше доброе слово. Надо жить радостно, красиво, интересно, даже в бедности. Да, к этому и стремлюсь. Каждый раз. Слава Иисусу Христу. И он это заметит обязательно. Заметит. Недавно рассказ такой тут пропустили где-то. Ну, что-то она заметила за мужем, и он ей пришел и говорит, я на развод подаю. Он говорит, а почему? Просто я уже, знаешь, устал это все. Я не люблю тебя. Я полюбил другую женщину и то другое. Она говорит, я тебя держать не буду, говорит, ну, я тебя тоже попрошу. Каждый день
приходить, я буду, где мы с тобой первый раз встретились, приходи со мной на свидание туда. Ровно месяц, а потом ты свободный. И он пришел первый раз, пока шел и думает, ой-ой-ой, как это было тогда, какая она была красавица, сколько ребят было, она мне сердце отдала. И дальше так. И когда уже последний день почти наступил, она говорит, ты помнишь, когда мы женились, ты меня на руках занес, говорит, я попрошу тебя, Володя, один раз меня еще занеси домой. Он ее взял на руки-то, а там держать нечего. Он до того, он не замечал, что она, в ней весу-то нету. И она говорит, донеси меня, как в прошлый раз, до кровати, положи. И тогда только он узнал, что у нее рак в последней степени, она умирает. И вот теперь он остался с детьми, она говорит, я хотела сохранить семью, чтобы полная семья была, дети были довольны, потому что сын уже отстает от дома, отца-то, отцовской руки-то нету-то. И когда он ее донес, положил, он так взглянул на нее, и тогда все понял, и заплакал. Понимаешь, вот как бывает. Так что надо ценить сегодняшний день, сегодняшний день. Цени его, завтрашний день может не настать. Да, знаю. Спасибо вам. Слава Христу. За такую глубину. Слава Христу. Надо просто сердце раскрыть и сказать, Господи, войди в меня Духом Святым. Научи меня любить то, что окружает меня. Ценить это. Завтрашний день может не наступить. И с чем я пристану? Ты дал мне солнце, воздух, землю. Сердце колотится. Сколько лет оно работает, этот мотор. И никакого отдыха-то ему нету. Я, пища перерабатывается у меня, и друзья у меня есть, и дальше такое, платочек возьми, платочком сопли вытирай, платочком. В любой карман вот так вот, сунь руку, чтобы был платочек, чтобы было чем вытереть. А то как Жириновский, то все руками сопли вытирает. С ним и здороваться боязно, прилипнешь к нему. Ну вот так, вопросы, давай, а то расстанусь. Все тогда. Ну вот когда уйди, выйдешь, очень... опять, ну-ну-ну, говори. Надо ценить. Не поняла, что раз еще раз? Да я говорю, говори, я говорю, какие вопросы есть-то, а то я уже собираться буду в церковь, мы в церковь идем. А, в храм. Вопросы. Да знаете, я теперь поняла, что я буду записывать эти вопросы. Потому что начинаешь с вами разговаривать, и все прямо вот куда-то улетучивается. Потом, когда начинаешь слушать, вот вопросы возникают. В следующий раз запишу на бумажку и прямо вот буду, ну, читать. Да. Ну, не чаще, чем один раз в месяц. Один раз в месяц, не чаще. У меня времени совершенно нету. Вот представь, я встал первый, еще пол первого ночи, и все еще я на ногах, а сейчас идти в храм. Вот вообще это, обалдеть. Да. Ну, у меня только просмотров 43 миллиона в Ютубе. Да. И люди приходят. Мы все благодарим Бога, да. Вопросы. Ну. Ой, вопросы. Сейчас, секундочку тогда. Сейчас я посмотрю. Давай. Да. Ой. Нет, не смогу посмотреть. А почему? Ну, у меня вот это... У меня, да, у меня тут записано было, не смогу вот в скайпе, наверное, я не смогу тут выйти отсюда. А вы не хотели бы, чтобы мы поговорили, вместе с мужем были? Да я бы, конечно, очень бы хотела даже бы, очень, потому что мы только-только, я в это во все вхожу. Он очень сообразительный и... Ну, его нет, он в командировке. Ну, сделайте так, чтобы мы подружились. Да, я бы хотела бы. Я уже ему про вас рассказывала и показывала. И теперь я вижу с его стороны какое-то пошло плюс. Пошел плюс, я бы так сказала. Вот. Начинаю прислушиваться, но прежде всего я поняла, что мне нужно чему-то научиться, чтобы... Он стал более прислушиваться. Но пока в нем, наверное, больше, как бы это сказать, мирского, что ли.
Но Не знаю, это как все сказать. перед Мне кажется, Богом. он более мирской, чем я. Но Ну, хотя ты вот я молись, считаю, молись, молись и что... больше учись молчать. Молись и доверься Богу. Может, в нашей жизни это уже осталось на один час. Может быть, да. Так, я отхожу тогда все. Все, всего доброго. Всего хорошего, с Богом. Спасибо. До свидания.